Сбербанка есть для тебя план «Б». Выгодный кредит до 10 тысяч евро, а начало выплат только с третьего месяца. Биг Банк. БТ-1 представляет. Продовольственная выставка номер один «Рига Фуд 2014». Конкурсы и шоу, лучшие повара и виртуозные бармены, поражающие новизной вкусы, здоровые продукты, деликатесы, напитки из Латвии и других стран, профессионалам пищевой промышленности, технологии упаковки и переработки, инновации, оборудование. С 4 по 7 сентября «Вкушай! Рига Фуд на Кипсале» и фестиваль гастрономии по всей Латвии. Рабочее место без АЕ-продукты выглядит странно. Более чем 10 тысяч различных товаров для офиса, склада и мастерской. АЕ-продукты.лв. Машине времени 45. Музыка на все времена в юбилейном концерте легендарной группы «Машина времени». 5 октября. Арена Рига. Билеты в кассах «Билешу сервис». Она идет по жизни смеясь. Только в МК-Латвии. Спецвыпуск для всех, кто за рулем. Полный список штрафов и штрафных пунктов. За какие нарушения могут отнять права. Что нужно знать о задолженностях по штрафам и прохождении техосмотра. Черные перекрестки на карте Риги и Латвии. МК-Латвия. Новый номер с телепрограммой, новым приложением МК-детектив и кроссворды уже в продаже. Выпуск представляет Гран-кредит. Молодые бизнесмены, внимание! Уникальное предложение для начала бизнеса от Гран-кредит. Присма предлагает. Куриные окорочка только евро 89 центов за килограмм. И макароны Итал паста только 75 центов. Присма, чтобы в доме царило счастье. Есть идеи, есть возможности. Да, закажи интернет без долгосрочного договора и получи в подарок интернет-телевидение на 6 месяцев. Заказывай в магазинах или на домашней странице «Латтелеком». Мы можем больше. «Латтелеком». Смешайте мне что-нибудь освежающее. О, кого я вижу? Секретный агент Мокрый. Что? Фильм такой, забудьте. Вот ваш коктейль. Спасибо. Морскую капусту не принимаем. Но... Господин агент, с помощью карты ведь гораздо удобнее. А теперь еще и выгоднее. Платите картой всегда и везде, и каждый месяц выигрывайте всю потраченную на покупки сумму. В сентябре платите картой не только за продукты, но и воспользуйтесь особыми предложениями на посещение ресторанов и культурных мероприятий. Узнайте больше и регистрируйтесь на MaxArt.lv. Меня зовут Александр Лёльц. Я специалист по обслуживанию клиентов «Латвэнерго». И расскажу вам о выровненном платеже, которым пользуются уже 130 тысяч наших клиентов. Люди оценили преимущество выровненного платежа. Одинаковую, заранее известную сумму при оплате каждый месяц. Мы рассчитываем ее для каждого клиента индивидуально на основании среднего потребления электроэнергии. Иногда мне спрашивают, не может ли быть переплаты при выровненном платеже? Конечно же нет. Каждый потраченный киловатт-час учитывается электросчетчиком, и минимум раз в год мы его проверяем. Если со временем ваше среднее потребление электричества изменится, мы пересмотрим сумму ежемесячного платежа. Если окажется, что вы заплатили меньше или переплатили, разницу тоже перенесем на следующие платежи. Могу сказать уверенно, выбрав выровненный платеж, вы заплатите ровно столько, сколько потратили, а расчеты станут более удобными и предсказуемыми. Первый Балтийский канал представляет. Хотите большой и дружной компанией насладиться настоящим семейным кино? Отправляйте название своей самой любимой передачи на Первом Балтийском канале на mail konkurs@1tv.lv, и, возможно, именно вы станете одним из 50 счастливчиков, которые выиграют 2 билета и уже 13 сентября вместе с нами отправятся на премьеру фильма «Амазония» в Форум Синема. Подробности о конкурсе на Facebook-странице Первого Балтийского канала. Я вижу, как крест у вас в руках. Какая-то темнота идет. Как черная дыра в этом месте есть. Кто-то по чердаку ходит. Вот, или кто-то там из-под шкафа заглядывает. Животные очень чувствительны к потустороннему миру. Особенно кошки. Они видят духов. Я
чувствую переход какого-то холодка, такого раз, и все, и он начинается. Следствие ведут экстрасенсы-детективы. В субботу в 20:30. Смотрите программу «Следствие ведут экстрасенсы-детективы». Встречаемся с вами в субботу на Первом Балтийском канале. О, так, ягодка. Так. О, ага, о. 5 сентября он выйдет к людям. Барсук. Мое. Тоже здесь был. Так, обратно. Сейчас выйдем. Сейчас на Первом Балтийском канале информационная программа «Время». Далее премьера сезона, грандиозное музыкальное шоу «Голос». И еще одна премьера – новый сезон популярного ток-шоу «Вечерний Ургант». Осенне-зимняя коллекция в галерее «Рига». 6 сентября на территории Латвии будет малооблачная ясная погода. Температура воздуха в стране от 19 до 22 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду. И подробнее о погоде в регионах и городах. В западной части нашей страны до 19 градусов. А в Энспилс и Лепой плюс 19. В центральной части от 20 до 22 градусов. В Юрмале плюс 20, в Елгаве плюс 22. На востоке Латвии 21 градус. В Екапилсе, Даугавпилсе и Резекне плюс 21. На севере нашей страны ожидается от 20 до 21 градуса. В Алуксне плюс 20, в Алмере 21 градус. В Риге ожидается погода малооблачная, ясная. Температура воздуха в субботу от 11 до 21 градуса, в воскресенье от 12 до 21 градуса и в понедельник от 12 до 22 градусов выше нуля. Медицинский тип погоды второй благоприятный. А теперь коротко о погоде в крупнейших городах Европы. Осенне-зимняя коллекция в галерее «Рига». Сейчас на Первом Балтийском канале премьера сезона. Грандиозное музыкальное шоу «Голос». Слепые прослушивания начинаются. Далее еще одна премьера. Новый сезон популярного ток-шоу «Вечерний Ургант». И информационная программа «Евроньюз». Так, лосиная тропа туда, ветки сюда, значит, север там. Все, мне тогда сейчас выйду я вот туда. Ой, да что ж, я 3 месяца хожу, что ли, не выйду. Россия-то не бесконечная, а? Эй! О, веревка. А ну-ка. Соку напьюсь. Пятого сентября он выйдет к людям. А я, знаешь, когда до Москвы дойду, я тебя с собой заберу. Хочешь на телевидении работать, а?
Рими – тысячи низких цен каждый день. Свиной окорок без косточки – 3 евро 29 центов за килограмм. Нектарины – 79 центов за килограмм. Пиво «Лач Плэсис Экстра» – 59 центов. Рими – плати меньше, живи лучше. Радио СВХ «Голд» представляет. По многочисленным просьбам тенор Алессандро Сафина. 10 ноября в Латвийской национальной опере. Рекомендуют итальянские рестораны «Иль Патио». Вино «Терлей» приятно, как свежий виноград. Ароматно, как весенние луговые цветы. Страстно, как первая любовь. Насладитесь миром вин от «Терлей». «Терлей» – имя обязывает. Очки «Филман». «Филман» – это индивидуальный подход к каждому клиенту и стильные очки за хорошую цену. Самые низкие цены гарантируют оптики «Филман». Гель-Ибумитин лечит боли и воспаление мышц, суставов, ревматические боли. Прозрачный гель не оставляет жирных следов и запахов. Ибумитин всегда с тобой. Теперь тебе ничто не мешает обустроить именно такую ванную комнату, о которой так давно мечталось. Ведь в магазинах «Карауто» ты найдешь все необходимое для ремонта ванной комнаты. Кроме того, сейчас на всю керамическую плитку и смесители воды скидка 20%. «Карауто» – мечтай, планируй, делай. Начни день с вдохновения. Революционные микрогранулы Nescafé Classic Crema, растворяясь в воде, создают нежную пенку крема, придавая кофе устойчивый вкус и аромат. Nescafé Classic Crema. Удивительно устойчивая и нежная. It all starts with a Nescafé. Шеф? Опять. Шеф, вы прочитали мой проект? Который из твоих проектов? Телевидение «Латтелеком». Это будет просто... Это будет революция. Ты понимаешь, о чем это он? Что-то про революцию. Именно революция. Ты сможешь все контролировать. Пропустил новости, перемотай назад. Надо погулять с собакой, ставь на паузу. Дружок, мне кажется, ты сам на паузе. Только представь, ты телевизор сможешь смотреть на мобильном. Хочешь, чтобы я телевизор на этом смотрел? Ну а? А на чайнике? Ну, может, да. Ты понимаешь, что это звучит? Да. Да, это казалось невероятным. Теперь ты сам решаешь, что и когда смотреть. Телевидение «Латтелеком» – одно из самых современных в мире. Мы можем больше. «Латтелеком». Постоянным покупателем «Стокман» скидка 10% на все продукты рыбного отдела. Так, что же я хотел сказать? Потерял мысль. Ну, это... Как его? Алло, погоди, а зачем я звонил? Так, кухня. А зачем я пришел? Где мои очки? Куда вообще все девается? Стареем мы, стареет наша память. Актовегин, восстанови память. Эй! Не поздоровался с другом на улице? Верни дружбу в течение часа. Получи скидку 30% на контактные линзы и линзы для очков, покупая очки Vision Express. Только в МК-Латвии. Оплачивайте все счета, это еще ничего не значит. Что делать, если управляющий получает ваши деньги, но не платит поставщику услуги? Что нужно знать, чтобы не остаться без воды и отопления? Соки, воды, лимонады. Большая экспертиза самых популярных напитков. Доктор биологии предупреждает, от каких покупок лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье. МК Латвия. Новый номер с телепрограммой, новым приложением МК Детектив и кроссворды уже в продаже. Выпуск представляют. Асепт. Помощник номер один в каждой семье. Антисептик для ран и ссадин. ПТА. Дарим скидки и беспроцентный кредит. В магазинах ПТА не переплати ни цента. Была та особенная осенняя ночь, когда в самом воздухе растворено напряжение. Неясные звуки тревожили воображение самых хладнокровных. Они все труднее справлялись с участившимся дыханием. Вдруг шестеро в черном решительно шагнули. Нет, все не то, не получается. Игра непредсказуема. Что, где, когда? Осенняя серия игр.
Сейчас на Первом Балтийском канале премьера сезона. Грандиозное музыкальное шоу «Голос». Слепые прослушивания начинаются. Далее еще одна премьера. Новый сезон популярного ток-шоу «Вечерний Ургант». И информационная программа «Евроньюз».